По информации регионального управления Роспотребнадзора, в Новгородской области в течение последних дней продолжилось снижение заболеваемости респираторными инфекциями. Небольшой рост случаев заболеваний респираторными вирусами наблюдался только в первые две недели сентября. Это объясняется формированием коллективов людей после летнего периода. Например, возвращением детей в школы и детские сады. Сейчас же, по наблюдениям специалистов Роспотребнадзора, ситуация улучшается. Эпидемиологический порог заболеваемости за последние две недели не превышен. Сейчас такое время наиболее благоприятное для вакцинации против гриппа, так как заболеваемость низкая. И заболеваемость сейчас связана преимущественно с циркуляцией вирусов негриппозной, так называемой, этиологии. То есть респираторные вирусы – это парагрипп, РС-вирусы, риновирусы и различные другие. То есть вирусов гриппа сейчас на территории области нашей не циркулирует. На сегодняшний день порядка 135 тысяч жителей Новгородской области уже сделали прививки. Медицинские пункты обеспечены вакциной для взрослых в полном объеме. С поставкой детской существуют небольшие задержки, которые будут устранены к 20 октября. Пройти вакцинацию можно в любой поликлинике по месту жительства. Также работают прививочные бригады, услугами которых могут воспользоваться коллективы организаций.